Когда меня спрашивают о профессии, я им говорю, я профессиональный убийца. Человек должен уничтожить второго человека интеллектуально. Какими качествами должен обладать убийца? Он должен быть хладнокровным, он должен быть расчетливым. На моем уровне достаточно сделать очень маленькую ошибочку, чтобы партия была проиграна. Проиграна партия, проигран турнир. И деньги, и слава, и рейтинг, и вообще все, что возможно. Гроссмейстер Мария Монакова затрудняется назвать все титулы и звания, которые в разное время ей удалось завоевать. Вице-чемпионка Европы, чемпионка Москвы, чемпионка Сербии. Монакова – одна из 20 лучших шахматисток мира. Это бардак, но вообще это вся, можно сказать, вся моя жизнь в этом. Вот я начала ездить, и с тех пор я собираю медали. И вот здесь очень много чего ценного. Вот, много ценного. О! Вот, вот этот чемпионат. Вот это чемпионат Европы. Вот это второе место чемпионата Европы. Вот, но здесь много разных медалей, я не очень понимаю, что это. Я проходила путь до гроссмейстера рывками. У меня, ну, это вообще мне свойственно. То есть я долго-долго что-то накапливаю. А оно не может прорваться. Я очень много работала с тренером своим, Грабузовым Сергеем Трудовичем. Мы там лет 10 работали, но я выше кандидата мастера не могла перейти. Чего-то не хватало. Он известный, хороший тренер. Да, он любит, чтобы все было четко. Мы с ним очень много работали на шахматы, потом записывали в тетрадку. И когда я проиграла, я помню этот страшный момент. Я возвращаюсь в партию, ты как сыграла, там, проиграла. Какой ты сделала второй ход, там, конь в три? А почему ты сделал какой-нибудь? Мы с тобой как вообще? Вот открой тетрадку, посмотри, как, что мы с тобой. И вот, то есть он меня сжимал. Я человек, которого нельзя сжимать ни в коем случае. Всю жизнь меня все пытаются зажать. Пионерия, комсомоле, институт, школа, институт, семья, муж, любовники. Все меня хотят зажать. В ее шахматной карьере были взлеты и падения, скандалы и интриги. Любовь за шахматной доской и партии под бомбами. Это, конечно, был ад, настоящий ад. Все виды, по-моему, оружия, которые только можно было применить вот, на мирное население, оно применялось. Это была страшная ночь. Она до сих пор преследует меня в кошмарах. Мы были в Белграде, когда бомбили здание генштаба. И Мария побежала посмотреть, что происходит. Я едва успел ее остановить. Кругом, значит, военные действия. И я взяла в одну руку чемодан, в другую сына повела. И мы пешком через границу болгарскую проходили. Первой в России среди женщин-гроссмейстеров Мария Монакова заявила: «Интеллект – это красиво, шахматы – это сексуально». С моим мужем мы познакомились за шахматной доской. Собственно, и влюбились друг в друга во время партии. И у нас, собственно, и сразу, мы настолько любили, что у нас сразу все пошло-поехало. То есть, хотя я такая недоступная достаточно, с ним у нас просто, ну, вот судьба. И мы так друг на друга посмотрели, он мне так улыбнулся. Эту партию я проиграла. Любовь захлестнула. Мария бросила все и уехала за Мирославом. Дочь профессора оставила обеспеченную московскую жизнь и уехала на задворки Европы. Гроссмейстер Мирослав Тошич жил в сербском поселке Сурлик, неподалеку от границы с Болгарией. Там у него был дом, друзья, родители и жена, с которой еще только предстояло развестись. Мой муж на тот момент был женат. И жена у него жила в его доме. Мы просто с ним, у нас такая любовь-морковь, мы не могли расставаться. И мы начали ездить по турнирам. Вот. И по друзьям, по турнирам. Шлялись вот так с места на место. Я забеременела, потому что, ну как не забеременеть? Ну как бы, оно само забеременелось, но я была жутко рада. Вся деревня была настроена против меня. Это, понимаете, это вообще этот район Сербии, он знаменит своей ортодоксальностью. То есть абсолютно там домострой. Женщина в вечернее время не имеет права выйти из дома и так далее, и так далее. Когда я влюбилась в мужа, безумно совершенно, и когда я с ним сошлась, и я говорю, я все боялась, какой ход сделать, он говорит, да играй ты что хочешь, ну шахматы это свобода, это творчество, играй ты, ну что ты трясешься, что ты боишься. И тут меня прорвало.
Я после кандидата в мастера, там, по идее, еще много-много ступенек, а я сразу там перескочила через несколько, мне дали, эти условно дали, и дальше международного гроссмейстера дали. То есть я буквально за полгода выполнила гроссмейстера, и все, и тут я, ну, что называется, вот действительно стала шахматисткой. То есть вот эта любовь, она, собственно, оказалась этим самым, то, что выдернуло вот это вот затычку. В той партии, можно сказать, зародила та любовь. В той игре я увидел ее темперамент. Храбрый, агрессивный. И в той партии, наверное, и родилась наша любовь, когда мы встретились за шахматным столом. Затем мы анализировали вместе разные шахматные партии. Я понял, что у Марии, как шахматистки, огромное будущее. Хотя мы с ним не занимались шахматами. Все удивлялись, все считали, что мы должны с утра до вечера обязательно играть в шахматы. Но он не занимался со мной. Он мне дал только чисто психологически. Играй себе, что хочешь, и вообще отстань. Вот как должен у людей стоять? Как ваза, что ли, или как что? Не знаю. А здоровье за чемпионат Сербии. Я в прошлом году была чемпионкой Сербии. Некогда сытая и благополучная Югославия, на которую с завистью смотрели соседи по соцлагерю, в то время переживала мучительный распад. И самое страшное было впереди – бомбардировки НАТО. Я не видела никогда богатой Сербии, богатой Югославии. Мне рассказывали, что это была очень богатая, красивая страна. Я туда попала, когда люди, когда была такая инфляция. Деньги ничего не стоили, там каждый день появлялись новые деньга, там 10 миллионов, там, по-моему, миллиард даже был. И вот эта куча всего накапливалась, вот это вот. И у меня всегда были мятые деньги, я приходила в магазин, вываливала их и говорила, дайте мне кусок мыла, пожалуйста. Передо мной был один путь. Передо мной стоял выбор, как профессиональному шахматисту переехать в Европу и не возвращаться в Сербию. В тот момент уже было ясно, что нас будут бомбить. И я понял, что если сейчас не вернусь, то у меня не будет права когда-либо вернуться в Сербию. А у меня здесь родители, родня, друзья, дочка. И я решил вернуться. Перед самыми бомбежками. Я выехал поездом из Москвы до Белграда. И в вагоне я был один. И все на вокзале мне махали. Этот момент до сих пор у меня перед глазами. Было страшно. Мария не могла додумать. И Мария не должна была приезжать. Я ей сам об этом сказал, что не надо. Но она все же приехала за пару дней до бомбежек, чтобы пройти через все это. Мне звонил приятель из посольства, говорил, что Маша, вот уходит последний самолет, потом через какое-то время Маша, вот точно последний самолет, потом совсем последний. А потом действительно закрыли все границы. То есть мы решили, мы уже были на чемоданах, чтобы я с сыном уехала оттуда. Но мы как-то сели и вот смотрим друг на друга с мужем и понимаем, что лучше быть вместе. И я осталась там, и это, конечно, был ад, настоящий ад. Это страшнейший взрыв был. Все виды, по-моему, оружия, которые только можно было применить вот, на мирное население, оно применялось. То есть там вот эти кассетные бомбы, которые взрываются, это я все видела. Понимаете, как я знаю девушку, официантку, которую я просто ее лично знала, которая погибла от того, что там упала в самом густонаселенном районе, на рынке. Это была страшная ночь. Она до сих пор преследует меня в кошмарах. Мы были в Белграде, когда бомбили здание Генштаба. И Мария побежала посмотреть, что происходит. Я едва успел ее остановить. И тогда начали бомбить второе здание. И те, кто успели, пострадали. И сирены постоянно. Мы спускались какое-то время в бомбоубежище. Но потом перестали, потому что невозможно жить все время в этом страхе. И уже так оставались, жили и все. Что могли сделать обычные люди против угрозы с воздуха? Мария и Мирослав делали то, что умели лучше всего. Играли в шахматы. Они продолжали ездить на турниры и проводили сеансы одновременной игры прямо под открытым небом на площадях югославских городов. Это был их личный протест. Шахматы против войны. Когда в военное время, то есть мы сразу поехали, я с животиной поехала в город Плитвицы, то есть по военному коридору. Кругом, значит, военные действия. Вот мы ехали на турнир. И вот мы играли партию, и вдруг страшная стрельба, вот страшная. Я очень перепугалась. А потом мне понадобилось ехать на турнир
У меня был крупнейший турнир в моей жизни, межрегиональный турнир в Грузии. И выезда из страны нету. И я взяла в одну руку чемодан, в другую сына повела. И мы пешком через границу болгарскую проходили. И над нашими головами летели из Болгарии, потому что там, по-моему, натовская база, летели как раз в Сербию бомбить. Вот. И мы вот так прошли там в 4 ночи. И известный гроссмейстер Кирилл Георгиев, он меня подхватил там вот в 4:30 утра. У Солигу, значит, была рестрикция, значит, нема строя. И через 10-15 дней здесь у нас было отключено электричество. И в одном кафе, в новостях, на первом канале радио Белграда объявляют, тогда сокращенные новости были, и все о войне, объявляют, что Мария Монакова, наша шахматистка, прошла на чемпионат мира. Шахисткиня потерялась на право. Первенство света. Мои самые крупные успехи в жизни начались после этих бомбежек, произошли. То есть я в межрегиональном турнире занимаю одно из выходящих мест на чемпионат мира. После этого я еще потом с командой играю турнир, становлюсь вице-чемпионкой Европы. Я сейчас не могу вспомнить. Но, в общем, очень много успехов у меня были самых крупных. Я 20-я в мире по рейтингу была, то есть 20-ю строчку в мире занимала в тот момент. Очень все у меня успешно сложилось. Но когда я, помню, после межрегионального приехала в Москву, упала на пол с позвоночником. Я не знаю, что было с моим позвоночником. Я знаю, что я упала и подняться не могла. Я не помню, какой у меня был диагноз. То ли, ну, что-то ужасное там. Я не знаю, вот когда накапливается все, когда его схватывает, и человек не может двигаться. Вот это у меня произошло после войны. Война изменила ее. Мария прячет страх за улыбкой, живет здесь и сейчас, беря именно то, что ей нужно. То, что в спорте было принципом, на войне стало привычкой. Теперь Мария живет только так, находя в этом и плюсы, и минусы. Решать на воле самой, обустраивать, делать. Вот это шахматы дают человеку, вот этот прорыв, умение сделать дело. Волю огромную дает. Я в личной жизни это не очень приветствуется. Когда я звоню подруге там, по поводу отношений, допустим, с мужчиной, что мне делать, Монакова, выключи мужика. Я все время врубаю мужика, потому что это шахматы меня привидят. И люди треба сразу. Мы не можем жить вместе, потому что мы слишком одинаковые. И скучно это. Ее ошибки, ее дилеммы – это и мои ошибки, и мои дилеммы. И людям приходится расставаться, чтобы каждый жил своей жизнью. В принципе, наверное, по-честному, и она сама мне сказала, мы из одного теста. И поэтому не нужно нам быть вместе, а любовь осталась. Сейчас сыну Марии Мирослава 19. Он привык жить на две страны и думать на двух языках. После развода его родители долго не могли договориться, с кем будет жить ребенок. В итоге школу Борислав закончил в Москве у матери, а сейчас живет в Сербии с отцом. Решая, куда пойти учиться после школы, Борислав увлеченно зарабатывает на карманные расходы игрой в покер. Пока только в интернете. Унаследовав от родителей гроссмейстеров азарт и способность к анализу, играть в шахматы Борислав не захотел. Ты что, их проиграл, что ли, эти свои деньги? Я вывел там за 3 дня 150 евро, нормально все было. Ну и потом я перебросил на другой сайт, и там надо было играть эти деньги, чтобы их можно было поднять, вывести со счета. И проиграл все. Там, короче, я играл очень большие крупные турниры, там Ты когда живые турниры начнешь играть? А? Ты когда живые турниры начнешь играть? Онлайн-покер – это хорошее начало. И потом да? Уже можно переходить на живые. Боюсь, что тебя придется в институт запихивать. Когда семейная жизнь разладилась, Мария вернулась в Москву. Хотелось все начать заново, изменить мир, хотя бы шахматный, хотя бы женский, хотя бы свой. И совсем скоро Марию записали в матери-основательницы чуть ли не нового вида спорта – сексуальных шахмат. Скандальный ярлык преследует ее до сих пор. Когда проигрываешь партию, для тебя рушится весь мир.
Ну, то есть вообще все, теряется смысл жизни. Все, я ненавижу эти шахматы, чтобы я еще раз села за эту доску. Все, ну, естественно, утром просыпаешься, все хорошо. Я постоянно бросаю шахматы, постоянно в них возвращаюсь. Это знают все шахматисты. Очень часто я начинала жизнь заново, потому что я считаю, что я имею право. Это моя жизнь, я имею право распоряжаться как хочу. Было так. Я писала очень много о том, что шахматистки должны выглядеть красиво, а не как бомжихи, потому что так и было всегда. И что они должны выглядеть, чтобы приходили журналисты, фоторепортеры, а уж тем более камеры, да, телевизионщики, чтобы им было что снимать. И чтобы они нормально общались с журналистами, чтобы давали интервью. Я это призывала в каждой, ну, во многих своих статьях. Я писала, у меня ниша была такая, журналистская шахматная, деньги в шахматах. И вот я, значит, эту зависимость видела, сказала, что женщина должна быть сексуальной. И дальше мы делаем фотосессию, и все было очень целомудренно. И уже в конце, когда я была измотана, у меня же как бы опыта такого нету, вот этого фотосессии, после 6 часов мучений моих и их, я там как-то поворачиваюсь, и они так гениально, гениально все поставили эту фотографию на обложку Speed-Info, и, что называется, на следующий день я проснулась звездой. Мне предложили контракт с одной австрийской компанией музыкальной, чтобы меня раскручивать как певицу в шахматах. Я пою, и специально песню мне уже выслали про шахматы. И я должна была, мне не понравился контракт. Они там все хотели права на меня иметь, чтобы я любое интервью с ними оговаривала, потому что какой-то, в общем, бред. Ну, очень много такого, чего мне не нравилось. И я сказала, вообще, кто они такие? Вообще, ну, типа, не кто такие, а типа, мне не устраивает. Ну, без желания с ними поторговаться. Свидетель всех перипетий судьбы Марии – ее лучшая подруга со школьной скамьи, тоже Мария. Человек из ближнего круга, она знает про Монакову все, но ни разу не играла с ней в шахматы. Нет, она контролирует все, что вокруг нее происходит, ровно настолько, насколько ей это нужно. А если у окружающих складывается впечатление, что она не обладает контролем, это иллюзия, может быть, ею созданная. Мы познакомились в 6 классе, в те времена это было где-то 12 лет. Она пришла 1 сентября с такой вот челочкой, вот такой вот обрезанной, вот такие волосы. Очень была красивая, отличалась от всех наших одноклассников своей вот этой внешней подачей. С этого и началась наша дружба. 12 лет, сколько в этом году уже, наверное, 26 лет. 27. 27 лет в этом году. На свирипово дри облака за ступенью ступень, как над пропастью мост. Порой у нас швыряло на дно, порой поднимало до самых звезд. Красное на черном, красное на черном. Ты помнишь, мы с тобой бартер хотели раньше сделать? Ты меня обучаешь коммерческому делу, я тебя обучаю игре на гитаре. Помнишь? Я тебе пишу бизнес-план, а ты меня учишь играть на гитаре. Вот так она очень благополучно. А потому что тебе бизнес-план не понадобился больше. А тебе гитара не понадобилась? Ну, а мне это, а ты уехал как всегда. А, да? Да. И все, и заглохло. Да. Хороший был бартер, кстати. Тебе не нужен бизнес-план? Мне? На жизнь такая. Бизнес-план на жизнь. Пока, папа, надо. Я думаю, конечно, но не говорит. Все, пока. Это мы с ней так прощаемся всегда с 12 лет. Но она все смотрит как ненормальных, а мы не можем вот так не попрощаться. Я отношусь к такому типу людей, которых гоняют, когда все общество против тебя. И вот у меня таких было случаев несколько раз в жизни. Так вот, когда меня целый класс гнобил, она была, она единственный человек, который была со мной, которая вступила за меня, была со мной. И с тех пор, вот, собственно, с 12-13 лет мы с ней вот до сих пор подруги. Я постоянно бросаю шахматы, постоянно в них возвращаюсь. Это знают все шахматисты про меня. Мне всегда казалось, что я рождена для чего-то большего, что что-то такое вообще, и что шахматы мне этого не дают. Вечно меня эта мысль мучает, что я не на своем месте. Потому что мне в шахматах мешает мое творческое вот это начало. То есть где-то это очень было полезно, а в шахматах оно мешает. Вместо того, чтобы возьми-то, доведи, выигранный эндшпиль до победы,
четкими ходами. Нет, я начинаю что-то там в какие-то узоры рисовать и проигрываю. Понимаете? То есть вот есть... я считаю, что я не всегда считаю, что я не на своем месте. И в какой-то момент, когда это обострено, это чувство, я говорю, так, я сажусь в какое-нибудь кафе, пишу, так, бросаю шахматы. Значит, так, что мне дальше там? Прийти в те... Хочу стать актрисой, иду в театр. В очередной раз, разочаровавшись в шахматах, в поисках себя Мария пришла в театр-студию. 6 лет скромной жизни, никаких турниров. Шахматная тусовка гадала, сколько времени гроссмейстер протянет без шахмат. Когда я занималась театром, я к шахматам не прикасалась ни к турнирам, ни к занятиям, ничего. Да. Жила в бедности, только как-то... Там у меня был один ученик, и я на него, собственно, тянула себя, сына. Ну, главное, театр. Я жила, 24 часа в театре проводила практически. Вообще, театром я занималась 6 лет в среднем, да, где-то так. А ну, к шахматам я уже начала прикасаться уже в конце. И я, меня уже позвали на турниры, но мой режиссер, когда мне нужно было уехать на важные турниры, у меня 2 подряд, он сказал, тебе замены нет в нашем спектакле, поэтому ты не имеешь права уезжать. Он не понял, что я... Когда, да, вот я не знаю, я не была наркоманом, но мне кажется, что... Так, я читала, что если наркоманов колбасит, то, ну, совсем плохо. И все, я опять вернулась в шахматы, а театр бросила. Это я увлеклась когда-то живописью неожиданно. И нарисовала, когда я уходила из театра. Я рисовала вообще постоянно. Меня никто не обучал ничего. В общем, я когда уходила из театрального, была в жуткой депрессухе, просто страшной. Температура 39, которая не спадала. Нарисовала то есть я такую страшную. Вот. А еще я нарисовала тогда такую вещь, которую у меня называется «Одиночество». Ну, как мне сказали, что мое одиночество такое довольно радостное. Это правда. Сегодня гроссмейстер Мария Монакова дает частные уроки и преподает шахматы в школе. Шахматы – метафора нашей жизни. Это тема первого занятия. Жил царь Барм. Он был ужасный, он был злой, он со всеми ругался, ссорился и всех убивал. Вдруг подходит к стенам замка в капюшоне какой-то черный тип и стучится. Открывает, а это какой-то мудрец с такой большой бородой. Звали его... Хрюнди. Хрюнди, Хрюнди. Его великий мудрец Хрюнди пришел и говорит, я что? Хрюнди Хаттабыч. И говорит, вы знаете, говорит, я хочу вам сделать один подарок, а на самом деле всей вашей стране. Я хочу вам подарить войну. Вы будете воевать, да, вы будете воевать, но вы будете воевать не с настоящими людьми, а вот на этой, у него под мышкой была вот такая доска, вот как у вас. Мои родители музыканты там, а музыка и шахматы, они очень близки. Они играли в шахматы, а я смотрела, и в какой-то момент я сказала, пап, давайте сыграем в шахматы, я его на «вы» называю, из всех называла на «вы», вот, и давайте сыграем в шахматы, и он говорит, я удивился, как ты, какие-то, уже какие-то приемы, какие-то тактические удары, и я, говорит, был очень удивлен. Он поддавался, когда надо. У него это получалось очень естественно, очень артистично, и, наверное, это было частью игры, что он там вай-вай-вай, ох, мои там пешки там или еще. И я, мне кажется, я верила в то, что он по-настоящему проигрывает. Так что меня постоянно как бы держал вот на этом крючке, значит, желание выиграть. И с тех пор все моя жизнь превратилась в шахматы. Ты король? Ну, вставай на стул, не стесняйся. Ты, представляешь, ты гангстер, врываешься. Кто может быть гангстером? Давай, ты гангстер, врываешься, скажешь, ваше величество, я сейчас вас сейчас, а ты кто может, а ты сидишь себе спокойно и так в нее сделаешь. Понятно? Ваше величество, я сейчас вас пострелю. Вот, ребятки, это называется сегодня шах. Король жив, здоровехонек, а вот когда никто короля спасти не может, когда всех его защитников уже всех уже все посъедали, поубивали, по все, и он один стоит одинешенько, и тут на него все направлены, и он не может спастись, это называется мат, и партия закончилась. Многие шахматисты раньше сходили с ума и оканчивали жизнь в сумасшедших домах. Я была настолько увлечена, что у меня как бы люди превращались в шахматные фигуры. То есть я начинала, я вообще, если чем-то увлекаюсь, я схожу с ума. Медленно и верно. То есть люди, видя, я говорю, этот человек конь.
А эта девочка, пешка. Себя я считала нормальным человеком. Наверное, я ошибалась. Шахматист должен хотеть быть первым. Иначе нет смысла играть. Выигрывает тот, кто хочет выиграть больше. Чемпионом на турнире становится тот, который знает, что он будет чемпионом, и который все участники знают, что он будет чемпионом. И вот этот человек, который обладает вот в данный момент вот этой энергетикой победителя, понимаете, и вот чтобы подниматься вот так вот по лестнице все выше и выше, нужна очень большая сила характера. А плюс, знаете, когда человек, когда проигрываешь партию, для тебя рушится весь мир. Ну, то есть вообще все, теряется смысл жизни. Все, я ненавижу эти шахматы, чтобы я еще раз села за эту доску. Все, ну, естественно, утром просыпаешься, все хорошо, хочется сразу отыграться. Но вот это пережить, это тоже нужна очень большая сила, потому что очень многие ломаются. Вот после партии напряженной болит все. Ой, все болит. Вы знаете, что шахматист тратит энергии столько, сколько спринтер. Мне вообще кажется, что я прошла много жизней. Она связана, во-первых, с ребенком, который ты вместе с ним проживаешь новую жизнь. Я проживала в театре. Очень часто я начинала жизнь заново, потому что я считаю, что я имею право. Это моя жизнь, я имею право распоряжаться, как хочу. Мне хочется прожить свою реальную жизнь, вот это, чем я никогда не занималась. Вот сейчас мне хочется прожить простую, бытовую. Я сейчас сделала себе ремонт. Я хочу насладиться нормальной, устроенной квартирой. Я хочу мелких радостей. Я хочу пожить простой женщиной.